Новый музей Зои Космодемьянской появится в Подмосковье. В селе Петрищево сегодня стартовало строительство комплекса, который возведут рядом со старым зданием музея. Он действует с 1956 года, недалеко от места казни. Три блока расскажут о подвиге Космодемьянской, военных годах Московской области и о партизанском движении. Открыть музей планируют уже через год, к 75-й годовщине Победы. Надо обязательно сделать это место необычным музеем, надо сделать это местом паломничества. Вот такой же, как Бородино здесь неподалеку, местом паломничества нашей молодежи, наших граждан, наших ветеранов. Чтобы каждый, кто рождается в нашей стране, знал, что у страны есть такие герои. Что Зоя – это символ стойкости и героизма. Зоя – это часть нашего русского духа.